Розрахунок був такий, що штурм майдану закінчиться розгоном, так як він йшов з інститутської, то люди почнуть підійматися вверх, туди на Михайлівську площу, а там зі зброєю стояли тітушки. Все це, що нам зараз показують, це про людське око. Доказів багато не буває. Добрый день. Сегодня выходной, дождь, прохладно. Поэтому я думаю, что большинство из нас, из вас, отменили выезд на природу. Многие останутся вечером дома, прочитают, почитать книгу, посмотреть фильм. Я хочу пригласить вас на просмотр интервью с Сергеем Горбутюком на канале «Крым. Критичное мыслание». Сергеем Горбутюком, который возглавляет расследование преступлений на Майдане, преступлений, совершенных уже больше пяти лет назад. И я хотел бы обратить ваше внимание на четыре момента, которые э, приходят в голову мне как автору этого материала. Первый момент. До тех пор, пока мы с вами э, политически активные, неравнодушные люди, не имеем ответа на вопросы, на вопрос или даже на вопросы, а кто же стоит за той машиной насилия, которая работала 5 лет назад в Украине. До тех пор, пока не понесли наказание не стрелочники, а основные, скажем так, подозреваемые, виновные в том, что на Майдане пролилась кровь, до тех пор... Мы будем жить в несчастной стране, в стране, где нет э, доверия к власти, в стране, где нет уверенности в том, что будущее есть и оно будет светло. Поэтому мне кажется, тема Майдана сегодня, может быть, даже актуальнее, чем Вторая мировая война или Великая Отечественная. Пока мы не, не, не разберемся с нашим непосредственным прошлым, э, я думаю, нет смысла погружаться в какие-то историосовские споры, ну, из которых, как мне кажется, ничего хорошего э, извлечь мы не в силах. Второй момент. Я, как и вы все, старался следить за тем, как продвигается расследование э, преступлений на Майдане, читал интервью, читал статьи, но Сергея Горбутика я увидел впервые вот в тот день, когда мы записывали это интервью. И вы знаете, он мне внушил доверие. Мне кажется, что это прокурор, который находится на стороне человека, на стороне закона. Антропологически близкий мне и, я думаю, каждому из зрителей. Поэтому то, что я от него услышал, мне внушает доверие. Третий момент. Сейчас пауза. Все ждут э, прихода к власти нового президента. Э, старый президент работает еще активнее, чем, может быть, полгода назад. Раздает награды, звания, э, назначения. Э, я хочу, чтобы тема Майдана продолжала звучать. Я хочу, чтобы новый президент понимал, что это не какой-то старый багаж, который... Э, уносит с собой Петр Порошенко. Это то, что будет давлять его президентству, и это то, что похоронит его политическую карьеру, если дело Майдана так и не получит своего логического завершения. И четвертое. Мне кажется, что сегодняшнее интервью оно о том, что реформа должна быть про результат, а не про бесконечный процесс про то, что неважно сколько страниц в стратегиях, дорожных картах, как много человека часов потрачено на конкурсные отборы, если система правосудия не способна обеспечить справедливость в отношении, наверное, главного события новейшей истории Украины, значит, этой системы просто нет. И я думаю, я уверен в том, что... Удачная, успешная реформа и правоохранительных органов, и системы правосудия будет только тогда, когда тема Майдана из такой незакрытой, непогашенной повестки дня перейдет в историю, когда мы, украинцы, как общество, будем понимать, что справедливость восстановлена, что виновные наказаны. Что жертвы были не напрасны. Смотрите сегодня в 19:00 на канале Крым Критичное мышление видео интервью с Сергеем Горбатюком про дело Майдана.